Так, всем привет. Сегодня мы прошлись к озеру. Вот он, бамбук, смотри. Ага. Берешь рыбачок? Все, куда дальше? Прямо? Все? Опа! Блин, надо их левостороннее движение, пойдем. Прям банда такая. Ну, бегу, я совсем иду. Нет, да они так не достанут, не будут плавать. Нет. Здравствуйте. Ами. Что-нибудь необычное здесь встречали? Ну, только шкуру же не дали. Ну, шкуру это ладно. Я хотел забрать, она сейчас рассыпается. Ну да, она же уже... Она свежая, когда все сразу еще, но она высохнет все равно. С производителем. Слушай, ну у них хоть электричество, даже вон что-то интернет типа моргает, наверное. Я думаю, она вряд ли. Слушай, что это они сушат, интересно? Глину? Да, блин, может быть, конечно. Но... Откуда жизнедеятельность коров? Ну, они сушат, может, печку топят, может. Они еще и плавают, но... В чем там здесь?
лодку и сюда накрывёт. Подошли к озеру. Здесь вот такая вот природа. Оно находится где-то за поселочком, на окраине. Ну, диких животных никаких не встречали, ничего нету. Тихо, спокойно. Люди, в принципе, адекватно реагируют. Ну, конечно, для них белый человек очень, как сказать, интересно. Они все, некоторые здороваются. Ну, да, не, какая-то внутри есть ощущение страха, но в целом нормально. И вот такое вот озеро. Два поддона на Вьетконге будут там по дороге, нет? Да. Там минные поля. Только козьи ели. Когда бежишь по рисовому полю, велика вероятность наткнуться на кобру. Смотри, чтобы ничего не было рядом. Крокодилов у них не водится или водится? Крокодилы водятся, нет? Ну, здесь нет. Понятно. Выше по течению Ганга есть. Смотрите, змеи. Так, а это помет. Они используют вместо дров. Ну вот. Такая обстановочка здесь. Смотрите, сколько местных собралось, чтобы посмотреть на нас. Ладно, уже темнеет, мы сейчас пойдем домой. Ставьте колокольчик, делитесь, делайте репосты. Будет еще много интересного, нового. Всем пока!